Всем привет, продолжаем мы прохождение игры Europe Noir 5, и сегодня пройду кампанию, точнее одну миссию из кампании, так, Александровскую кампанию мы уже прошли, и теперь у нас Han Empire кампания, следующая начинается, играем первую миссию. Empire and Peace, 121 год, ну, наверное, до нашей эры. Так, нажал, берем. Не понял, что пишут, но будем. Так, у нас цель вот это вот здание какое-то. Здесь вот тоже. И вот это вот. Так, ну там наши союзники вроде. В общем, погнали. Ох, сколько вас тут понавалило-то. Пока не знаю. Так, я сейчас буду посмотреть, сколько там ходов-то у нас. Давайте нам пехоту сюда посылать. На помощь союзникам. Потому что мне надо эту компанию пройти на 3 звездочки. Так, надо 18 ходов на две звездочки, чтобы пройти.
Завершаем ход. Так, вот этот квадратик я знаю, что он дает, поэтому надо его обходить. Так, ну по-моему, тут не зря точку нам поставили, надо ее тоже будет захватить как-нибудь. Да что ты, блин. Тут не пройти-то недалеко. Ой, не мои. А, я не могу воду лить. Так, что это такое? Нет, Александр не дойдет. Спасибо, миссия пройден, 1500 монет, 50 медалек, 5 жемчужин, 5 кончиков дыхания. В общем, на 3 звезды миссия прошел, все отлично, все хорошо. В общем, на этом мы будем заканчивать сейчас. Так. Так, ну вообще все, следующие миссии в компанию будем проходить, когда пройдем следующее завоевание. И сегодня всем пока.